Вот в таком вольере живет у нас беркутица Маги, привезенная с Магадана. Большой просторный вольер. Там вот гнездо у них находится. А вот и сама птица Маги. Очень агрессивная. Иногда даже пытаются прихватить. У нее небольшие проблемы с правым крылом, с левым крылом. До конца она его не расправляет. А так, в общем, в порядке себя чувствует, здоровая. Кушает кроликов. Вот ее сосед, самец. Она абсолютно не боится, поэтому иногда позволяет себе немного лишнего. Пытается укусить. Забрала палку у меня.